реальностью в промежуточном состоянии. Великое освобождение слушанием в посмертном мире. Из мудрого учения об освобождении сознания сосредоточенным размышлением о мирных и гневных божествах. Поклонение божественному телу истины, непостижимому, беспредельному свету, божественному телу совершенному, лотосу, мирным и гневным божествам, лотосорожденному воплощению, Падмасамбхаве, затмении Джабавсадыни, Седанынимасынимому, Мутбибзаранлиснишнюльциц. Шорохан. Марс выделил зону. Выделил 2300 километров.